В эту субботу в Новосибирске пройдет фестиваль прессы «День правды». Для проведения организаторы выбрали Первомайский сквер. 2 июня – столетний юбилей комсомола. И фестиваль, который организует Новосибирское отделение КПРФ, посвящен именно этой дате. В сквере откроют тематические площадки, расскажут об истории комсомольского движения, пройдет турнир по шахматам и настольному теннису. Прохожие смогут увидеть выставку медалей, атрибутику из старых комсомольских билетов. А для всех желающих – мастер-класс, на котором каждый сможет научиться искусству исполнения трюков с огнем. Запланирована традиционная битва городских диджеев, а завершит фестиваль дымовое шоу.